Сотрудниками полиции МВД по республике Хакасия пресечена деятельность устойчивой вооруженной группы, участники которой подозреваются в совершении серии разбойных нападений в городе Абакане. Установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель создал банду, в которую входили трое участников. Первое нападение было совершено в декабре прошлого года. Угрожая оружием, злоумышленники заставляли мужчину сесть в автомобиль. Потерпевший оказал им сопротивление и был ранен. Спустя 4 дня налетчики забежали в помещение круглосуточного комиссионного магазина, который специализировался на скупке ювелирных украшений. Они выстрелили в витрину, забрали золотые изделия и скрылись. В мае текущего года подозреваемые ворвались в квартиру. Они связали хозяйку и, угрожая физической расправой, похитили денежные средства и ценные вещи. Предварительный ущерб составил 1,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор банды и сообщники задержаны. В гараже одного из соучастников обнаружены 2 ружья. В тайнике, оборудованном под землей, найден револьвер. В отношении задержанных следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 209 и частью 2 и 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование продолжается.